Нам выпала такая честь сыграть в финале Кубка Гранд-лиги против замечательной команды «Докер». И надеюсь, что в этот солнечный день, в хорошую погоду, с хорошим соперником у нас будет хороший результат. У команды «Докер» одни из лучших форвардов в Эстонии. Надеюсь, что наши защитники, защитная линия, будут на высоте и покажут, что они далеко не самые худшие защитники в Эстонии. Давай, у нас финал Кубка. Играем в Эстонии с нашим хорошим соперником, приятным соперником, потому что они еще являются нашими друзьями. Думаю, будет хорошая, серьезная игра. Они, наверное, все-таки считаются более фаворитами, потому что и чемпионат выиграли, и более ровная команда. Ну, я думаю, что «Докер» просто так не сдастся.
Я хочу пригласить капитана команды Тонди Дмитрия Житкова и отдать им приз за второе место. Поздравляю тебя. Скажи что-нибудь, как вышла игра? Спасибо за организацию, спасибо соперникам. Надеюсь, что мы все старались, и в следующий раз мы поменяем. Спасибо. Ну, я хочу пригласить капитана команды «Докер» Игоря Бочука. Подойди, пожалуйста. На этом кубке появится новое имя – «Докер». Вы очень хорошо выступаете в этом году. Как прошел матч? Ну, матч прошел по моему предсказанию. Кто, не знаю, услышит мой комментарий, тот тоже поймет. Спасибо соперникам, молодцы. Красавцы, здорово отыграли. Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. Я думаю, поэтому получился результат. Спасибо вам всем. Спасибо моей команде, которая этот результат сделала.